Да, осталось меньше минуты. Что же нас ждет? Перед нами откроются тайны Вселенной? Или же нам откроют все тысячелетние тайны, которые скрывали от простых смертных тайные общества? А возможно, это будет нечто большее? Но нет, нам покажут блядский, зацикленный таймер. И спрашивается, ради этого я не спал всю ночь? Серьезно? Всем привет, с вами Веб. И сегодня мы поговорим о все том же сайте под названием Bad Self Eater. Но если вы не в курсе, что это такое и как вы вообще сюда попали, то рекомендую кликнуть по аннотации в левом верхнем углу экрана и посмотреть предыдущий выпуск. Ну а для всех тех, кто в теме, сообщаю, что все части этого пазла наконец-то встали на свои места, и тайна, в общем-то, разгадана. Но обо всем по порядку. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех своих подписчиков и просто гостей канала за проявленный интерес к последнему выпуску. Нет, ну правда, все эти 300 с лишним лайков и сотни комментариев меня очень сильно мотивируют. Друзья, большое вам спасибо за это. Опять же, много кто писал мне в личку и помогал с расследованием. Всем вам я тоже хочу сказать большое спасибо, вы мне действительно помогли. Но особое спасибо я хочу сказать Григорию Власову. Он первый мне написал и рассказал все об этом сайте. И всем этим я, конечно же, хочу поделиться с тобой, уважаемый зритель. Так что начинаем. В первую очередь это скрытые элементы, которые появляются достаточно кликнуть по любому видимому элементу правой кнопкой мыши и нажать кнопку «Просмотреть код элемента». Смотрим. Как по мне, упоминания здесь достойны только два символа. Начнем с тележки, на которой четко видны символы химических элементов. Для тех, кто пропускал уроки химии в школе, напомню, что первый обозначает золото, в то время как второй серебро. Единственное, что здесь приходит на ум, так это та самая глупая теория заговора, что были некие анунаки, пришельцы такие, которые использовали людей как рабов для добычи золота и серебра. Ну и следующий, второй символ, это классическая такая голова козла, которую обычно вписывают в перевернутую сатанинскую пентаграмму. Что касается остальных символов, то, скорее всего, они были вставлены сюда только для того, чтобы нагнать таинственности, и не более того. При этом все это не пустые слова, а чистейшая правда. Все объясню ближе к концу видео. Так что двигаемся дальше. Когда символы закончат появляться, включится якобы странное видео. Многие мне писали, что это, дескать, трансляция, и в ней говорит какой-то мужик. Так вот, это не трансляция, а речь 35-го президента США Джона Фиджеральда Кеннеди, записанная в 1961 году, за 2 года до его убийства. Но прежде чем мы начнем смотреть видео, хочу сразу предупредить, что в нем картинки нет, так что не пугайтесь. Ведь черный экран это не более чем художественный ход автора этой мистификации, а не глюк вашей видеокарты. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it.
And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. А теперь забудьте все, что я вам сказал в этом видео, поскольку никакие масонские символы не имеют здесь значения. Дело в том, что спустя несколько часов на сайте появилось видео самого автора, и оказалось, что он решил привлечь таким образом внимание к себе и проблеме абортов. Сейчас это видео до сих пор висит на ютубе, оно собрало кучу дизлайков, но все же висит, его можно посмотреть, ссылку я оставлю в описании. Ну а прямо сейчас давайте глянем небольшой отрывок из него, чтобы вы имели хотя бы примерное представление о человеке, который все это сделал. Личность он, надо сказать, нестандартная и даже немного психованная. В общем, смотрите сами. Every minute of every day is because we want it. We want to kill our babies. We are the people at the Bohemian Grove. But guess what? We don't dress it up with weird, like, whatever, fairy costumes or whatever those people are doing out there in the Redwood Forest. We don't get all creepy, and we don't kill our children and, like, say weird prayers to Moloch. No, we kill our children because we bought an F-150 and we gotta make the payments. And we'd rather have a truck than another kid. Если честно, все это не стало каким-то сюрпризом для меня, но все же, раз уж тут такое дело, то я выскажу свое мнение по всей этой ситуации. Ты ведь не будешь против? Отлично. Я в тебе не сомневался. Конечно, ты не посмотришь мое видео, а если даже и посмотришь, в чем я лично очень сильно сомневаюсь, то ты не поймешь, о чем я здесь говорю. Ну да ладно. Начнем с того, что ты гражданин одной из самых свободных стран мира под названием США, и всеми этими своими мыслями и действиями ты хочешь ограничить свободу слова. Понимаешь, ты ведь не пуп земли, и все люди не должны жить, как живешь ты, и думать, как думаешь ты, или у тебя это в голове просто не может уложиться. Если это так, то у тебя, боюсь, мания величия, это тебе к психологу там сходить нужно, да. Ну и да, чувак, неужели тебе так важно, чтобы ребенок родился, даже если он будет нелюбимым, бедным и одиноким? Если это так, то у тебя просто нет чувств, и ты недалеко ушел от животных. Ты уж извини, говорю как есть. Ну а вообще, особенно забавно будет, когда в ближайшем будущем Земля будет настолько перенаселена, что каждой семье разрешат иметь только определенное количество детей. Вот у тебя тогда-то жопа и бомбанет, да настолько сильно, что на своей жопной тяге ты отправишься искать рептилоидов прямиком в открытый космос. Ну, туда тебе, в общем-то, и дорога. А вообще, раз уж тут такое дело, то почему бы тебе не начать отстаивать права животных? Раз уж ты такой гуманист, то стань веганом и высказывайся за то, чтобы бедных свинюшек не пускали на убой.
Или же ты все-таки ешь мясо? Если это так, то ты обычный лицемер, и не более того. Возможно, кто-то удивится. Уэб, ты что, дебил? Как можно вообще сравнивать детей и свиней? Дети же это святое, о боже мой. Но вот что я вам отвечу. Дитё, которое еще даже не родилось, ничем не отличается от животных. Более того, оно даже не считается личностью. Кстати, напишите в комментарии свое мнение по этому поводу. С удовольствием на досуге почитаю. Еще, конечно, есть мнение, что за всем этим все-таки стоит нечто большее, и все это было сделано, чтобы дискредитировать масонскую символику. То есть теперь, после того, как вы, допустим, увидите все эти масонские символы, которые я показывал в предыдущем видео, у вас пронесется в голове мысль. А, так это та мистификация, в которой полусумасшедший чувак с внешностью Шайи Лабафа призывал не делать абортов. Это, конечно, очень притянуто за уши, но как теория заговора вполне сгодится. Вот такой вот совершенно обычный финал у этой во многом необычной истории. Ну что ж, я на самом деле не разочарован. Чего-то подобного, поскольку я и ожидал. Ну а вы, в свою очередь, можете написать в комментариях, чего ждали вы и оправдались ли ваши ожидания. Ну и заодно, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах Дипнета и обычного интернета. Пока!